Кроме баскетбола, на вторую часть сезона поговаривать запланировано очень много интересных мероприятий. Наш корреспондент Наталья Жирнова поинтересовалась у руководства спортивного клуба «Казанские юлбарсы», чего ждать любителям студенческого спорта во втором полугодии в сезоне 2020-2021. Прямо сейчас она поделится со всем тем, что она узнала. 2020 научил, что планы на будущее лучше не строить. Однако у спортивного клуба Казанского федерального университета «Казанские юлбарсы» на этот счет другое мнение. Руководители спортклуба постепенно делятся своими планами на будущий семестр, рассказывая, что ждет спортсменов на оставшуюся часть сезона. И одним из основных событий станет проведение внутривузовского этапа чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Вообще у нас несколько видов спорта, и самый интересный, который добавился в этом году, промо-дисциплина Dota 2. Он у нас весной и осенью стал самым массовым видом спорта, и мы планируем, что будет более 20 команд, что каждый институт примет участие, и Dota в очередной раз покажет, что это один из самых популярных уже видов спорта. Также у нас из промо-дисциплин бадминтон, женский мини-футбол. Ну, мы стали чемпионами в этом году, и планку надо также поддерживать на всероссийском суперфинале. Ну и традиционные виды спорта, это как настольный теннис, шахматы, мини-футбол, стритбол и волейбол. И все планируем провести на высоком уровне. К тому же в планах у юлбарсов продолжить проведение такого важного мероприятия, как спартакиада студентов и аспирантов, которая стартовала в начале учебного года и перенесенная с прошлого года спартакиада первых курсов. В феврале месяце у нас продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Есть виды, которые мы вынуждены были перенести, но надеемся, что ситуация у нас нормализуется, и мы спокойно сможем продолжить нашу спартакиаду и провести запланированные виды. Есть некоторые нововведения в этом году. Во-первых, это спартакиада первого курса, которая была перенесена с осени на весну. В апреле месяце мы стартуем и в мае планируем закончить. Есть новые виды, которые включены в спартакиаду, но пока не будем раскрывать. Надеемся, для наших первокурсников это будет сюрприз небольшой. Помимо основных мероприятий, в зимний период для студентов пройдет традиционный оздоровительный выезд «Поезд здоровья», где каждый желающий может активно провести свои выходные. Мы планируем то, что в зимний период времени мы сможем задействовать наших студентов и провести выезды, так называемый «Поезд здоровья». Но в этом году они будут проходить в нашей обсерватории. Думаю, все-таки морозы спадут, и мы сможем вывести, как только сессия закончится, студенты с радостью поедут с нами, чтобы прокатиться на лыжах. Во второй части сезона, кроме традиционных мероприятий, руководство спортивного клуба планирует организовать еще как минимум 2 мероприятия. Но вот что именно будет, держится в секрете. Есть одно новое мероприятие, которое мы хотим предложить нашим студентам всех курсов. Принять участие, небольшая спартакиада онлайн, которая будет посвящена памятной дате. Пока это тоже в тайне, но в будущем все секреты мы постараемся раскрыть и предоставить нашим студентам. Остаток сезона 2020-2021 казанские юлбарсы проведут в плотном графике. Каждую неделю сборные Казанского федерального университета будут выступать на республиканской и всероссийской арене, где с гордостью будут отстаивать звание одного из лучших студенческих спортивных клубов страны. Наталья Жирнова, «Неделя спорта».